Всем привет! Меня зовут Наташа и добро пожаловать на мой канал. И сегодня у нас с вами речь пойдет об уходе за волосами. Я вам расскажу, как я ухаживаю за своими очень длинными волосами. Длина моих волос ниже пояса. Конечно, спереди у меня чуть-чуть волосы короче оборваны, потому что у меня трое детей, и когда они были маленькие, они хватались за волосы, мне оборвали тут, знаете, огромное количество волос, к сожалению. Давайте сразу опустим все вот эти комментарии: ты делаешь все неправильно, надо делать так, это не надо, вот то надо. Я просто расскажу о том, как это делаю я. Вы можете, естественно, делать по-другому, пользоваться другими средствами. Это ваше право. Я просто расскажу о своем опыте, об каких-то общих принципах, которыми я пользуюсь. Ну, покажу кое-какие средства косметические по уходу за волосами. Возможно, кому-то это будет интересно или даже полезно. Но прежде чем мы приступим, обязательно подписывайтесь на мой канал, поскольку на моем канале много всего интересного. Разные макияжи, креативные образы. Мы разговариваем и о косметике, и о парфюмерии. Также подпишитесь на телеграм-канал, где каждый день живое общение. Мы там поднимаем друг другу настроение. Я показываю распаковки. Кроме этого, подпишитесь на канал с распродажей косметики, тоже в телеграм. Там вы можете выгодно продать и выгодно купить косметику. Также я там периодически что-то распродаю из своей коллекции. Обратите внимание на Яндекс.Дзен, тоже туда подпишитесь. Ну и, соответственно, на оставшиеся социальные сети. Подписываемся, не ленимся. Ну что ж, теперь по поводу волос. Знаете, недавно мне пришла вот такая вот крутая штука, расческа-выпрямитель. Я уже вам в телеграме несколько раз про нее говорила, даже восторгалась. Просто кто этот гениальный человек, который придумал расческу-выпрямитель? Это просто наигениальнейшее изобретение человечества вот, для волос. Я хотела, в принципе, уже такую себе штучку купить, уже присматривала, но мне крупно повезло, мне прислали на обзор. Это бренд Дайкман, это немецкий бренд, но производство, по крайней мере, вот этой вот расчески-выпрямителя в Китае. Во-первых, что хочется отметить, это дизайн. Выглядит, конечно, эта штука очень круто. Кстати, она не легкая, но и не тяжелая, то есть достаточный такой вес для того, чтобы она была прочной, да, и качественной, но в то же время рука не сильно уставала от этой расчески выпрямителя. Здесь есть ЖК-дисплей. У расчески имеются зубчики разной направленности, разной длины. Щетинки изготовлены из металлокерамики. Также здесь нейлоновые есть щетинки, которые более подвижны. Здесь есть несколько режимов нагрева, то есть в зависимости от того, какие у вас волосы. Кудрявые, прямые, там тонкие или более толстые волосы. В общем, здесь разные вариации. Также есть автоматическая отключение через 60 минут, подвижный шнур для того, чтобы было удобно. Ну, как выглядит эта расческа-выпрямитель, мне очень нравится, очень стильно, красиво, удобно, очень удобно держать в руке. Покрытие самой вот этой вот ручки, это soft touch, очень приятно. Знаете, не глянцевая скользящая поверхность, она, ну, не шершавая, но вы понимаете, soft touch. Сама она, знаете, в такой красивой коробочке находится, то есть не стыдно на подарок кому-то подарить, посмотрите, все вот так вот открывается. Там, ну, естественно, как обычно, гарантийный талон, инструкция, расческа сама в таком красивом чехольчике, короче, все супер-пупер. Я вам обязательно оставлю ссылку на эту расческу-выпрямитель, стоит она, по-моему, где-то 3 900 4 000, но на самом деле это нормальная цена, учитывая, в принципе, подорожание. И бренд Дайкман, кстати, производит не только расчески, выпрямители, они производят и бытовую технику, и огромное количество гаджетов, и для лица, и для чего хочешь, там я даже видела у них массажеры. В общем, этот бренд довольно-таки давно на рынке, поэтому я и согласилась, чтобы мне прислали на обзор, что как бы этому бренду можно доверять. В общем, чем вызван мой восторг? У меня есть щипчики, знаете, этот выпрямитель, щипчики обычные. Он у меня лет 10, этот прибор, выпрямитель с щипчиками. Я им за это время пользовалась
Ну, от силы раза 4. Вот правда, мне неудобно. С моей длиной волос мне неудобно вот так вот возюкать, выпрямлять. Но эта штука просто прелесть. Во-первых, не дерет волосы. Мало того, что здесь все нагревается, да, для того, чтобы волосы выпрямлялись, она не дерет волосы абсолютно, то есть дополнительно еще мы прочесываем. Конечно, перед тем, как пользоваться этой штукой, волосы должны быть чистыми, надо их расчесать. Потом можно как поступить? Брать одну небольшую прядь и медленно скользить расческой. При этом зубчики должны полностью вот так, знаете, входить в ваши волосы, да, вот как расческа, да, вы захватываете зубчиками волосы и медленно-медленно ведете, тогда волосы выпрямляются. Но я так делать не люблю. Я, в принципе, не ношу сильно прямые волосы, мне нравится просто, чтобы они выглядели гладкими, без каких-то, знаете, заломов, ненужных там волн, чтобы не было дрыков всяких разных. Я просто беру вот так вот и расчесываю. Просто расчесываю, не слишком медленно, но не очень быстро. Эффект потрясающий. Волосы гладкие, блестящие. Они не сильно прямые, как палки, но в то же время выглядят настолько красиво и ухоженно. Я в дичайшем восторге от этой штуки. Качество отличное. Температурные режимы выглядят красиво, никаких ожогов. Я просто дико в восторге, почему этой штуки у меня не было раньше. Вот спасибо, что прислали, так бы не знаю, когда я себе еще купила. Хотя вот я уже думала над покупкой этого гаджета. В общем, ссылочка в описании, если заинтересовались, переходите. Я в дичайшем восторге. Расческа выпрямитель от Dykeman просто поразила меня в самое сердце. Ну и теперь по поводу именно ухода за волосами. Вообще, главный мой принцип ухода за волосами – это чистая кожа головы. Идеально чистая кожа головы, ухоженная кожа головы. Потому что, ну вот сколько ты вот эти патлы не мазюкай, там ни масками не пользуйся, не втирай там масла. Если с кожей головы проблемы, то все бесполезно. Опять-таки, если есть какие-то болезни кожи головы, мы сейчас об этом не говорим, просто нормальное состояние кожи головы. Что я делаю? Первое – это очищение. Помимо обычного шампуня, я пользуюсь шампунем глубоко очищающим. Я его наношу и на кожу головы, и на волосы на всю длину. Если обычным шампунем мы пользуемся именно кожу головы моем, а потом уже этой пеной смываем по всей длине волос всю грязь, которая там накопилась. Он отлично очищает кожу головы до скрипа и также до скрипа очищает волосы. Для чего он нужен? Ну, во-первых, мы пользуемся разными укладочными средствами. Я пользуюсь еще вот такими тонирующими спреями, когда мне там до покраски, да, какое-то время остается, то есть чтобы не краситься каждые несколько недель, я пользуюсь таким спреем. Ну, я уже как-то рассказывала. У меня шампунь глубокой очистки недорогой, довольно-таки бюджетный. Это бренд Concept. Называется Deep Cleaning шампунь. Шампунь для глубокой очистки. У меня огромный объем, целый литр. Кстати, аромат у него довольно-таки приятный, и как им пользоваться. Естественно, мы волосы мочим, да, чтобы они стали мокрыми. Потом я пользуюсь этим шампунем глубокой очистки столько раз, пока я не почувствую скрип на волосах. Тогда и кожа головы идеально промыта, идеально промыты волосы. Но я пользуюсь им не каждый раз. Я пользуюсь им, когда чувствую, что мои волосы слишком перепитаны, недостаточно промыты обычным шампунем, и перед каждой покраской волос, для того, чтобы краска лучше схватывалась. Это просто вот обязательное правило. Но как бы каждый раз не советую, потому что пересушите кожу головы, и сами волосы будут сухие. Это первое правило чистой кожи головы. Второе правило – это скрабирование, использование разных пилингов. Самая любимочка — это пилинг от Ладорн. Не механический скраб, а именно химический пилинг для кожи головы.
мне нравится, он хорошо очищает, я им пользуюсь, ну, скажем, где-то раз в месяц, раз в две недели, но опять-таки все зависит от того, как я ощущаю, нужно мне, не нужно, то есть вы должны сами чувствовать, да, свою кожу, свои волосы, ее потребности, ну, раз в месяц обязательно. Кроме этого, я люблю механические скрабы использовать. У меня, правда, закончился. Мне очень нравится скраб Natura Siberica с облепихой. Его, конечно, тяжело смыть, но он легко смывается. Вот маску для волос, если вы наносите, вместе с маской для волос он смывается. Шампунем, конечно, плоховато. Вот он также очень классный, он кожу холодит. Там довольно крупноватые, конечно, частички, но, тем не менее, скрабирует он тоже зачетненько. Так что шампунь для глубокой очистки, пилинг для кожи головы и скраб для кожи головы – обязательные две вещи моего ухода за волосами, за кожей головы. Кроме этого, естественно, шампуни. Конечно, до того, как мы попали под санкции, я пользовалась средствами SciHerb. Сейчас я не заморачиваюсь, хотя можно заказать, да, через посредников, переплатить, но мне неохота. Я нашла для себя неплохие средства. Вот на данный момент из Magnit Cosmetics я вам уже показывала. Это бренд Velcos, шампунь Argan Q10. Огромный бидон у меня здесь. 750 грамм. Шампунь неплохо промывает волосы. Мне он волосы не сушит. Мне в комментариях, когда я показывала его в видео про Magnit Cosmetics, написали, что кому-то он высушил волосы. Но у меня такого эффекта нет. У меня после него волосы гладкие, красивые, блестящие, расчесываются хорошо. Также обязательно с этим шампунем я пользуюсь маской из этой же линейки. Очень крутая маска. После нее шикарно расчесываются волосы. Также я постоянно пользуюсь вот таким мистом из этой же линейки, когда я чувствую, что волосы подспутались. Нужно как-то, да, полегче, чтобы они расчесывались. Вот пользуюсь этим спреем, волосы расчесываются на ура. Все эти средства не очень дорогие, доступные. Также из спреев мне еще нравится Ликата 17 в 1. Ну, конечно, 17 в 1 тут они загнули, но вообще для чего? Он мгновенно преображает волосы, убирает пушистость, придает блеск, защищает от внешней среды, работает как термозащита. Здесь 250 мл. Я покупала на Wildberries, ну, не знаю, мне кажется, Ликата, в принципе, везде продается. Неплохой спрей, тоже волосы легко расчесываются и, кстати, блестят неплохо. Мне кажется, блеск даже чуть побольше, чем у Velcos спрея. Короче, классные штуки. Кроме этого, я применяю на кончики или где-то на 30 сантиметров от кончиков на длину вот такой вот маслице от L'Odore Wonder Hair Oil. Также придает волосам блеск, и волосы отлично расчесываются. Здесь такая вот пипеточка есть. Классное средство. Конечно, сейчас оно стоит, по-моему, больше 1000, но хватает его, я не знаю, до бесконечности. Вот у меня оно уже, я не знаю сколько, и вот только половину я израсходовала. Конечно, есть всякие разные лайфхаки, знаете, по интернету гуляют, но мне они не помогают. Вот, например, есть такой лайфхак: перед тем, как мыть волосы шампунем, на кончике мы наносим какой-то бальзам для волос. Я пробовала этот лайфхак, ну, для того, чтобы, типа, волосы не пересушивались на кончиках и так далее. Я пробовала. Честно, на мне результат абсолютно нулевой. Но если вы не пробовали, попробуйте. Может быть, на вас сработает. В любом случае, если волосы я чувствую, что у меня, например, подсушились, пересушились, я пользуюсь какими-то другими несмываемыми уходами. Сейчас я вам показала основные принципы, да, основные средства, которыми я пользуюсь. Также классный гаджет от Dykeman, расческа-выпрямитель, просто шикардос. В любом случае, пишите ваши любимые средства по уходу за волосами. Может быть, из тех, что я показала, вы ими пользуетесь. Пишите обязательно, я тоже что-нибудь из этого попробую. Ну, надеюсь, это видео вам понравилось, оно было для вас интересным и полезным. Вы напишите комментарий, поставите лайк, подпишитесь на канал, если до сих пор не подписаны. И до новых встреч. Пока-пока.